14 ноября, день Космы, почитается память двух братьев по имени Таман и Косьма, Демьян и Кузьма. Они известны как святые чудотворцы-бессеребренники 3-4 веков. Братья рано остались без отца. Их воспитанием занималась мать, святая Феодотия. Став взрослыми, братья обучились врачебному искусству. За то, что они вели праведный образ жизни, Господь наградил их даром исцеления больных и немощных. За исцеление братья никогда не брали денег, за что их прозвали бессеребренниками. В народе этот день называли курятником, переводили птицу в теплое помещение, а слабых резали. Всю неделю блюда из курятины должны быть на столе. Это обещало счастье и удачу в делах. Отправляли сегодня куриные именины. Богатые родственники отправляли бедным родственникам кур в подарок. Кур, подаренных сегодня, называли челобитными. За ними особенно хорошо ухаживали, чтобы птица была здоровой. Их запрещалось убивать. Считалось, что яйца, снесенные такой курицей, будут лечебны. Также занимались вязанием теплых вещей на зиму. Демьяна и Кузьму в народе считали покровителем ремесел, брака и семейного очага. Как правило, осенние кузьминки совпадали со свадебной порой. Незамужние девки сегодня приглашали парней, приготовив им различные угощения. И такие гуляния могли длиться до самого утра. В некоторых областях сегодня чествовали дворового. Это младший брат домового. Его надо было задобрить и накормить кашей из пшеницы. Тогда он не будет пакостить, портить утварь, гонять лошадей и так далее. Приметы. Если сегодня снег пошел, весной половодье будет. Если сегодня мороз слабый, зима наступит не скоро. Дорога в грязи, значит морозов не будет до середины зимы. На реках лед, мороз продержится до весны. Если снится сон в ночь на 14 ноября, это вещий сон. Если сегодня на ум приходит необычная и странная мысль, это к переменам в жизни. Bad.